Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Skyrim. В последней серии мы попали в крепость Fellglow. Нам нужно найти тут три книжки, которые спер один из бывших учеников, коллеги магов Винтерхолда. Надо сказать, что здесь довольно-таки опасные подземелья, полные магов, всякой нежити. Чего только нет, короче говоря. Надо быть предельно осторожным. Ненавижу магов. Давайте проверим наш новый крик, кстати говоря, который мы получили в прошлой серии. Так, крики. Голосовой бросок избранное. Что нам это дает? Банально привлек их внимание, да вы шутите что ли? Не, так не надо. Какой-то, я бы не сказал, что особо хороший крик. Ну, если, конечно, проходить никого не убивая, то позвал их всех, сам обошел с другой стороны. В принципе, с точки зрения тактики штука неплохая, но я предпочитаю зачищать помещение. Обезопасил ты вы, как говорится, и ходи потом спокойно. Ох ты, блин, как ты выжил-то, а? Что-нибудь слышишь? Хорошо. Да твою мать. Так, ладно. Похоже, придется драться. Что ж ты все взрываешься и взрываешься? Что ж ты такой? Так, хорошо. У вас ничего, это первая книга, я так понимаю? Нет? Это вообще другая книга. Тут у вас, похоже, какие-то ритуалы проходили, что ли? Так, у меня, кстати говоря, заполненных камней душ, по-моему, нету. Эти пустые. А вон заполненный маленький есть. Давайте-ка мы зарядим. А, по крайней мере, лук свой. Где он у нас в самом низу, по-моему. Хотя на нем, в принципе, почти полный заряд. Давайте тогда клинок горя зарядим. Почему бы нет? В принципе, нормально. Тихо. Что тебя так всполошило? Твою мать. Ты чё заподозрил? Блин. Заставил меня понервничать. Ягода можжевельник. Интересно, вкусный, нет? Давайте сидим. Не очень. Так что, блин, где здесь книги-то? Подожди. Куда это указывает мне? Где-то тут за стеной, похоже. Так, а чё? Пшеница? Круто! Я чую справа, вон там где-то маг. По звуку. По звукам что-то эдакое было в подозрениях. Это оказалось не совсем маг, конечно, это оказалось еще лучше. Твою мать, ты чё? Тут кто-нибудь есть? Никого, никого, никого тут нет. Нет.
меня видишь? Это печально. Так, хорошо. Интересно, где его хозяин? Он же кем-то призван, то есть надо убить хозяина, чтобы он исчез. Или он сам по себе. Такого не бывает, по-моему. Так, это у нас дверь ведет в подземелье. Но туда нужен ключ. Ключа у нас, к сожалению, пока нема. Уф, давайте сохранимся. И будем искать. Будем искать. Нужен ключ. Деревянная дверь. Какие-то подозрительные сегодня все. Вас тут двое аж. Интересно, смогу без палева, нет? Навряд ли, конечно. Не очень хорошо прошло. Валим, валим, валим. Давай, да. Загради проход. Воспользуемся их тупостью. Хорошо. А я что, между собой воюю, что ли? Ну ладно, хорошо. Я вообще не понимаю. Вторая серия подряд уже какие-то странные вещи происходят. Ну, как говорится, нашим легче. Какие проблемы-то? Хоть перегрызите там друг друга. Так, есть попадание, хотя летела, конечно, стрела крайне криво, но... Я, пожалуй, не буду привередничать. Вот опять стрела криво летит. Но в этот раз она и не попала, что характерно. Сорочек стрел осталось. Почему они с ним воюют? Это вообще в порядке вещей, нет? Нормально. Так, ну чё? Здесь, я так понимаю, ничего особо не найдем. Вересковое сердце. Да, здесь просто ночлежка и туалет. Тихо. Это кто кашлял? Уж не ты ли? Так и не стрелу, кстати говоря. А многие, кстати говоря, просят меня вступить в коллегию багов. Ой, багов, говорю. Коллегию багов. Коллегию магов. Ой, да как чё, блин, я сегодня болтаю вообще? Чё-то вообще не то левое. В коллегию бардов, солитюда. Говорят, у них задание интересное. Не знаю, навряд ли я, честно говоря, так сделаю. Мне как-то, блин, само по себе неинтересно. Все, что связано с этими бардами. Не знаю, посмотрим. Как что получится. Пока что я, честно говоря, не особо горю желанием. Верстак. Были бы у меня сейчас соли пустоты, я бы, конечно, на этом верстаке заделал бы себе броню. Ну ладно, скоро в город попадем. И там уже будем разбираться. Дверь закрыта. На засов с другой стороны. Лично. Блин, я все выше и выше куда-то иду. Так. Чего? Кто там у нас такой? Алло? Ух ты. Вас тут аж двое. Девушки. Оп, ушла. Что это было?
Тебе показалось. Оп, валим. Эка и Аказия с вами приключилась. Так, ну давай. Точно был какой-то звук. Да, то, что стрела залетела, это тебе ни о чем не говорит. Звук какой-то был, согласен. Опять какой-то звук непонятный. Я тут. Ах, стрельба ушла. Ну ладно. Пердак. Ладно. Зелье, чешуйчатка. Такие грибы неаппетитно выглядящие. Вот сиди. Похоже, пакость оказалась. Так, ладно, ну что там насчет книги-то? Я уже сколько тут брожу кругами. О, как ее. Ты посмотри. Конечно, родение, по-моему, не смертельное. Так, ладно. Ну-ка, может, поднимет что? Поднимет. Я долго тут еще бродить буду, уважаемые. Так, тихо. Великий камень душ, золото, крепкое зелье, запас сил. Что там из иллюзии? А так все. И стоит мало. Ладно. Давайте-ка сохранимся. Давно не сохраняли, сейчас меня убьют, как обычно. Так. Ты одна тут спишь. А, это мужчина. В ваших рясах и не поймешь, какого вы пола. Нет, все-таки женщина. Хорошо попал. Так, мы взяли ключ. Сейчас нам, похоже, назад придется идти. Стрелу оставлю, пожалуй. Очень хороший выстрел. Там за дверью у нас либо какой-то Атронах, по новый голем, либо... Мак. Это что такое? Ну ладно. Хорошо. Блин, хоть одно пирожное. Чего вы все сыр этот жрете, а? Похоже, один из местных бугров живет. Вот это неплохая вещь. Хорошо. Ладно, фигота всякая. Ну да, о тронах, как я и говорил. Да, блин, все забываешь, что они взрываются, а? Так, хорошо. А тут, похоже, сейчас большой зал будет, и тут наконец-то у нас будет финальная разборка. Хотя могу ошибаться. Зал ритуалов. Это вообще, оказывается, Так вот, кто вломился в мой дом и уничтожил мою работу. Приятно познакомиться. Аналогично.
Мне нужны книги из коллегий. Так ты из подручных Арина. Это печально. Ты подаешь надежды. Приходишь сюда, убиваешь моих ассистентов, мешаешь работе. Меня это весьма огорчило, поэтому я тебе вряд ли что-то дам. Отпусти меня с книгами, и больше я тебя не побеспокою. Ладно, бери их и уходи. Больше сюда не возвращайся, или узнаешь, какова я в гневе. Боюсь. Какова я в гневе. Так, ночь слез. Дранар Селет. Пусть его название, забытое многими Сартал, сыграло огромную роль в истории Скайрима. На этом месте стояло первое крупное норское поселение, один из первых городов людей в Скайриме и старейшей известной столицей государства. Здесь же разыгрывалась ужасная трагедия, когда эльфы пытались изгнать нордов из Скайрима, но вызвали только гнев из Грамора и его легендарных 500 соратников, которые выбили эльфов из Скайрима и навсегда сделали его домом для нордов. То есть норды сюда тоже пришли, да? Все это известно, но мало что, кроме этого. Что произошло в Ночь Слез, когда Саартал был разрушен? Что заставило эльфов пойти на такую неприкрытную, хладнокровную жестокость? И почему ответ нордов был столь суров? Вингальма в своем трактате о древней истории Альтмеров предполагает, что эльфы меритической эры вместе со своими современниками, ранними двемерами, обладали высокой культурой, невиданной более в Тамриэле. Мощь их цивилизации превосходила все, что мы могли бы ожидать от той эпохи, хотя конкретных объяснений автор не приводит. Я полагаю, что этот труд, в сравнении с ранними работами Хесефа Хирирниса, позволяет предположить, что за событиями той ночи в Саартале стояло нечто большее. Истинные причины, приведшие к Ночи Слез, скрыты от нас в глубине веков, но я полагаю, что на карту тогда было поставлено нечто куда более важное, чем просто борьба за территорию или контроль над Скайримом. Я полагаю, что саартальские события были сконцентрированы вокруг чего-то весьма конкретного. Норды нашли что-то глубоко под землей, когда строили свой город. Они пытались сохранить находку в тайне, но эльфы узнали о ней и желали обладать ею. Потому и штурмовали Саартал. Они хотели не изгнать нордов, а заполучить могущественный артефакт. Я думаю, что Изграмор знал, что именно эльфы найдут под Саарталом, и собрал своих людей, чтобы отбить драгоценную находку. Когда норды снова получили контроль над Скайримом, они погребли предмет раздоров глубоко под землей и запечатали его. Время лишило нас этого знания, но я надеюсь, что время когда-нибудь подтвердит правоту моих слов. Мы приложим все усилия, чтобы найти Саартал и вновь обрести утраченное сокровище. Как видите, все, как правило, происходит по вполне конкретным причинам. И война идет не из каких-то там национальных вопросов. Всегда за этим стоит чей-то шкурный интерес. В данном случае кто-то хотел получить мощный артефакт и прикрыл это все враждой народов. Последний король Айлелдов. Айлелды, или высокие эльфы Средиземья, правили Сердиилом долгие века мифического периода, предшествовавшего началу введения письменных хроник. Фактически одной из самых ранних зафиксированных дат было падение башни Белого Золота в первой эре 243, считающегося концом эпохи Айлелдов. Хотя 243 год первой эры действительно признается годом свержения айлелдского правления в Сирадиле, все события следует считать лишь одной из вех, пусть ярких, в длинной истории заката этой культуры. Первые два столетия первой эры знаменовались усилением вражды между могущественными айлендскими правителями Сирадила. Смута гражданской войны сыграла на руку Алессии, это опечатка, наверное, ее сторонникам. Имперские историки традиционно связывают ее победы с помощью полученной от Скайрима, но, похоже, во время осады башни Белого Золота она получала не менее значительную помощь от мятежных айлендских лордов. Широко распространенный образ айлелдов как жестоких рабовладельцев основан, конечно же, на фактических материалах, однако имеется свидетельство, что некоторые принцы айлелдов продолжали править разными частями Сирадила и после 263 года, но уже как вассалы новой императрицы. Это позволяет предположить, что либо власть айлелдов не была уничтожена полностью, либо Алессия и ее преемники были гораздо прагматичнее, чем обычно полагают. Возможно, правда лежит посередине.
В любом случае, раскопки на месте ряда алелских поселений показали, что они не только были обитаемы, но даже развивались и расширялись на протяжении всего так называемого позднеалелского периода, то есть с 243 по 498 год. Поначалу многие алелские лорды правили своими землями как вассалы государства людей. В ряде случаев алелдам, сторонникам Алесии, даже были пожалованы новые земли, отнятые у их поверженных врагов. Пока не ясно, в какой степени было распространено порабощение людей в период Сирадильской империи. Известно лишь, что люди продолжали жить в районах Сирадила, находившихся под управлением алелдов, но неизвестно, каковы были условия их жизни. Взаимоотношения между людьми и эльфами с самого начала были непростыми, и сосуществование не могло продолжаться долго. Возмущение правлением алелских аристократов в империи послужило одной из причин взлета популярности так называемого Алесианского ордена, основателем которого был Марук I. Первыми жертвами алесианцев стали алелды Сирадила. В начале 300-х годов общество алелдов, остававшееся в областях, где правили люди, уничтожалось одно за другим. Беженцы наводняли еще сохранившиеся алелские владения, временно усиливая их. Затем в 361 году алесианцы получили контроль над всей империей и навязали населению алесианские доктрины. Власти алелдов пришел конец. Приведение этой политики в жизнь, похоже, не потребовало прямого насилия. На тот момент баланс сил был настолько не в пользу эльфов, что их судьба была так ясно предрешена, что большинство алелдов попросту покинули Сирадил, со временем смешавшись с эльфийским населением Валенвуда и Хайрока. Вполне возможно, что усиление гегемонии Дирении связано с исходом айлелдов из Сирадила, хотя эта связь пока еще недостаточно исследована историками. Однако некоторым айлелдам все же удалось пережить правление алесианцев. Об этом говорит упоминание о последнем короле айлелдов, участвующем в битве Гленумбрийских вересках в 482 году, в котором Дирении наполовину разгромили алесианцев. Как это королевство смогло продержаться предшествующее в столетие, неизвестно. Нам практически ничего не известно о нем, хотя недавние исследования указывают, что не на Лату, как место упокоения последнего короля айлелдов. К сожалению, при нынешнем состоянии империи средств на полноценное исследование таких огромных руин не хватает, и ответа на все эти вопросы предстоит дать будущим поколениям. Такие дела. Короче говоря, половине зрителей, конечно, не нравится, что я читаю книги, но мне охота просто понимать вообще, что происходит тут, и я не хочу потом уже при кодировании читать, потому что я, когда проходил Гнумбру, допустим, я некоторое время не читал записки, в результате половина сюжета прошла мимо меня. То есть я, конечно, его потом уже, когда кодировал, понимал, но это уже было потом, после, когда я, собственно, играл, я не понимал, что происходит. Так, ну и третья книга. Об Артеюме. Остров Артеюм, Артейум, третий по размеру в архипелаге Саммерса. Он расположен на юг от Мордунона в Патансе и на запад от Рубенсея, от Рун-Сибея. Остров знаменит тем, что на нем базируется Псиджикский орден, возможно, самый древний монашеский орден в Тамриэле. Первое упоминание о Псиджиках восходит к 20-му году первой эры. В тех записях рассказывается о путешествии знаменитого бретонского мага Виорнета на остров Артеум для встречи с Яхезисом, мастером... Да что ж у вас за имена-то такие, мать вашу? Уже тогда псиджики были советчиками королей и последователями пути древних, о котором им рассказали представители древней расы, жившие в Тамриэле. Путь древних – это философия самопознания и медитации. С помощью нее можно подчинить своей воле силы природы. Она сильно отличается от магии, но эффект от нее примерно тот же. Говорят, что это было непростое совпадение, когда остров Артеум в буквальном смысле слова исчез в начале второй эры в момент основания гильдии магов в Тамриэле. Историки по-разному трактуют это событие, но, похоже, правду мог бы рассказать только Яхезис. Через 500 лет Артеюм вернулся на свое место. Псиджики на острове оказались теми же персонами, что исчезли во вторую эру. В основном то были эльфы. Все их считали умершими. Они не дали, не могли или не захотели никаких объяснений по поводу исчезновения острова, судьбы Яхезиса и всего совета Артеюма. В данный момент псиджиков возглавляет Силарус, который председательствует в совете Артеюма вот уже
250 лет. Совет периодически вмешивается в политику Тамриэля. Короли Сомерсета, особенно из Мордунона, очень часто спрашивают совета псиджиков. Император Уриэль V в начальные годы своего правления находился под большим влиянием совета, во времена предшествующие его нападению на Акавир. Предполагалось, что флот короля Аргамы с Пиандуэнеей был уничтожен совместными усилиями императора Антиохуса и ордена псиджиков. Последние четыре императора, Уриэль VI, Мариата, Пелагиус IV и Уриэль VII, с подозрением относились к псиджикам и отказывались принимать послов с острова Артеиум в столице. Очень сложно указать географическое местоположение острова Артеиум. Он постоянно перемещается то ли случайным образом, то ли по решению совета. На остров так редко кто-нибудь приезжает, что о визитах практически ничего не известно. Любой, кто хочет найти псиджиков, может обратиться к ним в Потансе и Рубенсее, а также во многих других королевствах Сомерсета. Если бы такая возможность существовала, Артеиум мог бы стать одним из наиболее привлекательных для посещения мест. Я сам однажды был на острове и все еще с умилением вспоминаю его прекрасные фруктовые сады и пасторальные пастбища, его спокойные бухты, его туманные леса и великолепные архитектурные ансамбли псиджиков, которые очень грамматично вписываются в окружающий пейзаж. Башню Сиппора я бы с удовольствием изучил. Это сооружение осталось еще от цивилизации, которая существовала за несколько столетий до появления высоких эльфов. Псиджики используют башню в своих обрядах. Может быть, когда-нибудь я вернусь туда. Примечание. Автор в данный момент находится на острове Артеиум по приглашению мастера Саргениуса из Совета острова. Уф, много текста. Много-много текста. Ну ладно, как бы там ни было, это были полезные знания. Теперь я понимаю, кто такие псиджики. Неужели ты думала, что я оставлю тебя в живых, шкура? Так. Ну что, покажешь мне, какая ты в гневе? Такая же, как и все. Мертвая. Подожди, синее одеяние. Шляпа. Никому и ничего нельзя прощать. Так, что у нас тут? Денюшки. Сундучок. Сундучки, еще денежки. Посох вдохновления. Фигота. Для кого-то, конечно, не фигота, но для меня фигота. Так, ладно. Понятно, я примерно представляю, куда мы идем. Мы, похоже, идем на выход. Да-да-да. Лично. Сейчас, я так понимаю, мы возвращаемся в коллегию Винтерхолда, к Архимагу. Что-то сюжет интересный так закручивается, надо сказать. Хотя, конечно, вот именно вот эта локация с магами, она была... Ну, скучновато, так скажем. То есть, никаких записок особо, ничего. Под конец вот интересно стало, а так просто тупо данжен, в котором было натыкано врагов. О, дождик идет. Так, ну и ладно, я думаю, на этом мы завершим эту серию. Следующий отправимся в Винтерхолд. Да, в принципе, там уже будем разбираться. Пока что все неплохо. Я думаю, с псиджиками мы скоро встретимся. Но все круто, короче говоря. С вами был Артур, всего хорошего. Пока-пока-пока.